Всем привет. 9 сентября. Предпоследний день. День рождения у меня сегодня. Ну, не поздравляйте, видео выйдет. Я не знаю когда. В общем, смотрим, что там будет сегодня. Ребята тоже снимают. Наши воронежские. Ну, сегодня прям несколько свежо. У меня даже руки подмерзают. Вроде 12 градусов показывал, но сейчас вон шарик всходит. Быстро как всходит. Сейчас будет жарко. Тут всегда уезжаешь в телогрейке на речку утром, через 2 часа в майке уже сидишь. Вот такая тут вчера давление, рыба не ловилась, давление перло 776 миллиметров, сегодня спало до 771, по-моему. Посмотрим сейчас, влияет ли давление на рыбу. На меня влияло, башка болела. Такой еще обзор базы. Волжская. Довольно-таки занюханная база. Была, наверное, когда-то хорошая. Ну все, все, все рассыпается. Без ремонта ничего тут не стоит. Изо всех деревьев вот два дерева, которые похожи на деревья. А что это за дерево? Ну тоже не сладкое, ну гляньте, ствол какой. Листья вот такие. Непонятно. И это вот не сады. Это такие же вот кустарники. Но рыбаки поперли, блядь. Возможно, рыба и будет. Эти сваливают. Походу, они сети ставили все-таки. Не успели приехать. И уже все тут прозондировали. Так, для начала вертушечку проверим, что тут мы имеем. Начнем сначала, и вот до этих кустов дальше я не хожу. Смысла не вижу. Там мелко. Всякая ботва, трава. Ладно, включусь тогда, что поймается. О, щуканчик, блин, около берега схватил. Опа, стоять. Что-то есть? Ничего нету. Блин, пока камеру включил. А может, это трава была? Одна дурная. Опа, стоять. Что-то сегодня мелкие какие. Ну, начало есть, конечно. Так себе. Ну, хотя бы так. От вчера вообще никак. Поставлю-ка я пипиську 20-граммовую. Так, ради прикола, блин. Поприкалываемся. Чё ж купил, надо хотя бы ее испытать. Маленькие я 15 или 10-граммовые. Прошлый год испытывал. Но это сейчас испытаю. Будем тянуть ее за яйца. Во, летит далеко.
Ну, возможно, она не будет работать тут сейчас. Вертушка работает, воблер, резиночки, а вот эти колебалки что-то не работают. Как она хоть? Ну, траву цепляет, и то хорошо. Сейчас что-нибудь выцепим. О, окунёк. Так, ну вот нормально. Может быть, сейчас что-нибудь выцепим еще. Что-то как-то сегодня слабовато идет. Берега взяла. Сука. Стоять. Быстрей ты, блядь. Сейчас. Прям вот тут, блин, в кусту сидела собака. Ну, сейчас я на тебе отыграюсь. Щука тут есть. Это я знаю. Она прям может вот под ногами стоять, и ты ее не видишь. И вот это сейчас из-под ног прям выскочила. Я уже воблер видел, вот вытаскивал. И смотрю, пасть к нему подошла и обняла. Да и все, что есть.
Не, это воблерок. На колебалку не идет, на вертушку еще окунь берется, на воблер, ну и все. А я вот не взял, блядь, воблерочки так специально. Первый день, думаю, в разведку съездил, смотри, все. Вчера вообще ни на что не бралось. Сегодня как, ну, вот позавчера я килограмм тут 10, наверное, наловил. Щука, окунь. Ну, небольшая, разная. Бывает и прям под ногами большая, прям вот под ногами. Катушка засвистела. О. Да, в траве вот здесь. Нет, тут еще она за траву цепляется и прям как будто как рыба. Да, прям аж вот так вот. Собрался уходить. Щучка. Блять, ушла. Ушла. Ну, значит, тому и быть, что тебе надо было уйти. Вот пока камеру провтыкаешь, провключаешь. Стоять. Стоямба, как скажет. Опа, опа, на. Почему бы нет? А мужик на лодке катается с голым васером. А их колхозник на берегу с рыбкой. Нахуй мне этот. Лодка. С лодки, конечно, трофей можно взять. Ну, время 9 по Москве, 10 по ихнему. В принципе, утрешняя рыбалка кончилась. Можно сматывать удочку до вечера. Приду вечером. Наверное, что-нибудь еще поймается. Завтра уезжать. Возможно, я скину еще 3 раза, 4 и пойду. А мужик ничего не поймал. Взял спиннинг, а чем кидать не взял. Ну, в принципе, первые разы и я такой же был. Я сейчас таскаю весь арсенал практически. Надо сумочку спиннингиста прикупить, посмотреть, что там в ней есть. Может быть, прикупить, может, с ней поудобнее будет, а может быть и нет. В общем, как-то так. Вода теплая, но не холодная. Стою по колено в болотниках. Вроде еще не заболел за неделю. В общем, сматываю удочку и пошел. Разберу там какие ненужные удочки пока. Не знаю, мангал можешь разобрать. Чуть неохота жарить. Дома пожарим лучше. Некогда возиться с этим делом. Совершенно некогда. И ни сил что-то, ни времени нету. Все, вот. Нету рыбы.
Сейчас вот еще вдоль травы пропущу, кину. Поппер может кинуть. Ну, вряд ли, конечно. Кину яйцо. Сейчас это еще вот тут прокину. Два вон приехали специалиста. Во сколько? В 10 утра ловить. Мы там натаскали. Вчера, говорит, тут натаскали мешок за час. Что-то мне мало верится. Она в это время вообще не ловится, рыба. С 2 до 3. И сейчас приехали. Короче, никому верить нельзя. И окуней тут таскали, хервы таскали. Дедушка Олег только таскает. Вот, вот так вот, ребятки. Вот такочки. А вы там давайте, Блэк, фурию, блядь, испытывайте. У меня какая-то дедовская херня. Давай, давай. Михалычу отложить рыбу. Пусть везет на базу. Михалыч меня забрал. Сейчас прокотит меня. Ну я еще ищу в Астрахани. Да. Да. Я думаю. Ну, блядь.
жертва приплыла. Горячий тут. Да, глянь, приплыла откуда-то. Сазан. Да. Да, сазан, смотри. Ух, там что у нас? 99%. Вот вам. 94. Чё? Сейчас зарядится. Зарядится. Хочу. Нет. Да нет, заморозить. Уже поздновато. Почему? Че, лентовый не будешь морозить, что ли? Этих обоих. Ну. Ну эти живые. А этот еще в 7 утра попался. А. На веслах отходи, Олег, ты тупанешь. Не, мы сейчас толкнем. Сюда нормально, ногами вперед, садись пока. Вот так. Сейчас. Ну, это лодка непривычная тебе будет. Новый, другой. Чуть газку ему, прибавь чуть. Лапка далеко ему. Лапка ему далеко. У меня рука длинная.